Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами по русской истории российского мецената, культуролога, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля с пояснительным текстом историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Так, сегодня картина Сергея Васильевича Иванова «Баскаки». Вот такой кратко текст. Картина отображает один из самых мрачных моментов русской истории. Раздроблена на многочисленные враждующие между собой княжества, Русь не смогла дать отпор хорошо организованным и вооруженным ордам кочевникам. Волна ордынского завоевания, сметая на своем пути государство, докатилась до русской границы в 1223 году. Далеко не вся русская сила вышла в поле у реки Калки. Многие князья во главе с Мстиславом Киевским бездействовали и на поле брани. В 1237-1240 годах Батыева Орда предала огню и мечу исконные русские земли. В жесточайших боях на Рязанском пограничье и реке Сити, у стен Владимира и Торжка, Козельска и Киева, десятки русских городов и крепостей, Орда теряла былую силу. И хотя она докатилась до областей Центральной Европы, но уже не смогла удержать завоеванное. В 1237-1240 годах Батыева Орда предала огню и мечу исконные русские земли. Ее западным рубежом стали русские земли, где лишь отважный князь Даниил Галицкий еще отстаивал независимость своего княжества. Батыево разорение было первым шагом в покорении Руси. Оно принесло неисчислимые человеческие и материальные жертвы, но еще не поставило под вопрос само существование русского народа. На Руси появились чиновники Орды, империи, которые должны были переписать все население, организовать сбор дани, стать главной силой на покоренной земле. Численники появились на Руси в 1257 году. Они не только переписывали население, но и создавали свою государственную структуру. Не встречая сопротивления князей, формировали из местного населения отряды по монгольскому образцу. Назначали баскаков, сборщиков дани. Один из них изображен в центре картины со списком в руках. Баскаки должны были контролировать службу князей, не исключая и великого князя Владимирского, над которым стоял великий баскак. Но затея завоевателя не удалась. Первым восстали против численников новгородцы. Однако их выступление было подавлено самим князем. Крупнейшие народные восстания в Ростове, Суздале, Владимире, Ярославле, Устюге и других городах уничтожили баскаков. С особой яростью народ расправлялся с русскими прислужниками ордынцев. Им не было пощады. Хотя басурман, согласных принять крещение, не убивали. Непримиримая борьба русского народа с баскачеством способствовала уничтожению его уже к концу XII века. Оставаясь данником Золотой Орды, Русь сохранила свою государственность. Ну вот так вкратце о картине «Баскаки» Сергея Васильевича Иванова из сборника «Картины по русской истории» российского культуролога, книгоиздателя, мецената Иосифа Николаевича Кнебеля с пояснительным текстом педагога-историка Князькова Сергея Александровича. Пока-пока, до свидания.